что же, дамы и господа, сейчас вы будете лицезреть бой на карте Кунгур, играю я с Сашком, поздоровайся, братух. Всем привет, ребят. А, и кстати, ух ты, видал, у нас ветеран катает Rolex, или как его правильно ник? Да, ну, правильно, Rolex. Ладно, говорит, давай затащим эту битву, хотя, в принципе, мы проиграем 6-0, что у меня вообще... Если что, мы только зашли. Да, кстати, я такой приглашаю Санька, говорю, пошли летсплей запишем. Приглашаю именно на этот Кунгур, и в чате пишу, что типа, иди в скайп. Потом в скайпе написал, что иди в ТС. Он говорит, куда пойдем? Я говорю, а, сейчас найдем. Он говорит, ты же на Кунгур пригласил. Я смотрю, о, да, давайте на Кунгур пойдем. Ну и нормально, вот на Кунгуре как раз и запишем. В общем, удачно я его пригласил. Удачно. Что ты говоришь? Абсолютно прав. Удачно пригласил, флаг на флаге. Давай ты будешь таскать наши флажочки, а я попытаюсь задефить. Но, как говорится, задефить тут будет сложновато, так как... Нормально, Миташ. Я тяну Дима. Они на кемперку ушли. Бегом, бегом, бегом. Вы на фабрику быстрее везите. Надо шафты на базе сливать просто сюда. Дамажит. Блин, краска ветеран. Я думаю, чёрт, он поможет. Чёрт, встречай. Да ёпта. Еще и знаешь, что я тебе скажу, и чемпион тут. Они тащат. За нас. Да, за нас. И ветеран, и чемпион, но не тащат. Может, ты... Фиг его знает. Фиг. Видишь? Его. Ой, меня шафт снес, я в шоке. Я Алекс еще. Микада тащит. Микада тащит на фабрику. Бегом, бегом, о, бегом, бегом. Сам. Встречайте его, бегом. Все, так, нету не шафта. Наш флаг уходит. Ё-моё! Я так далеко никогда не стрелял. Они доставят? Не. А что, они везут? Они ты да. Ты ж дефер, блядь. Я? Хренали. Ты ж дефер, ты сказал, что ты будешь дефер. Я уже давно не на дефе. Все, я на дефе. Все, Саня, давай, вози. Просто вы не возите нифига, я ж не стою на дефе. Пытаюсь вам помочь. Го-го-го-го-го-го-го. Тащите, главное, тащите. Смока идет. Ты хоть комментируй хоть чуть-чуть, где, когда, куда что, встречать. Мы горим, мы не можем открывать. Почему? Они на ДАшке все стоят, никто не помогает. Ну, что это за байда? Бумбокс, Берик приглашает, Берик, прости, но я не могу сейчас. Потом тебе отвечу. Так, давайте, тащите, 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 я дефлю. Деф нормально, флаг выставим, наверное. Да выстрелим, выстрелим. Опа-на! Опа-на, тут пятеро! Они все из-под моста. Да, все да, идут да, к нам на базу. Флаг, помоги теперь. Слышишь? Флаг, да. Нужна помощь. Резче, резче, резче. Сашок, Сашок, что Сашок? Чук! Микада да, тащит, встречайте его бегом. Он да, же да, сам да. Не везет. У них минус. Встал, зараза. Кемперка двое, бегом, 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 бегом. Микада притащит, нормально, все. Все, угу. Нормально, отлично. Я еще должно. Мне нравится красочка чемпион. Сколько там в ней, если так судить? По 25, просто... по 25. А в ветеране? 20, по-моему, да? Ну, примерно. Нормально, нормально. Ну, я, конечно же, и то, и то. 8-2. Го, пацаны, сделайте 8-8. 15 минут. Все реально. Да ёпта. Попасть не могу. Ты на чем вообще играешь? Я на викинга смоке. В тине. Пиши нашим в атаку, чтоб шли. Алексей. Попытаюсь сейчас. Я ж дефлю. Ну так напиши, что в атаку, что ли? Типа ты. Скажи, типа, вот ты они побежали в атаку, дефлю. Нормально. Блин. Пацана. Нифига не получается. Давай, Саня, таскай. Запарил что, ты я меня. Я переодеваюсь. Ты, блин, кто у нас нет. Вообще? Ты должен уже таскать был, по идее, флаги. Все, мы таскаем. Ну, я что-то не вижу, чтобы ты таскал. Я суппорт, я просто суппорт. Сейчас пошел чемпион, помогайте ему, он пошел с города. Ему нужна помощь, он не справится сам. Да, блин, меня сейчас завалят. Крит. Еще. Ну, добью сейчас мамонта. Добью. Отлично, все, убили его. С-под моста Жига, сейчас вынесу ее. Отлично, вынес. Я под мостом все контролю, можете прыгать и вести. Ну, практически были, все. Были фрезы и Жиги надел Зевс. Надели Громы. Сволочи. Да? Поменялись они, да? Все, вроде направо хотим. Не уйдет.
Давайте, атакуйте, ребята, атакуйте. Если мы просрём, это же будет писец полнейший, блин. В такой интересной и захватывающей битве просрать. Тем более с такими гаражами. Нормально, нормально, нормально. Центр норма. Вообще отлично, центр. Гоу, гоу, в атаку идите. Саня. Ты опять надел челю теперь. Все, едем, едем. Микада тачит, встречайте, блин. Да ёпта. Чё у них там на дефе стоит, я так не пойму. У них сейчас там два грома, Изя и Жига. Вы чё, флаг у них не можете увести? Сейчас утащим. Я весь город их не разбил. Голд. Опа. Это уже интересно. Я даже не знаю, где он будет падать, но, блин, у нас 15 минут для того, чтобы вывести два флага. Микада пошел на флаг. Нормально, значит, можно тащить... О, голд половить. А где он падает? Мы тащим, мы тащим. И где он? А, вижу. Я сейчас возьму его, короче. А, вон, вижу. Давай, Сашок, прыжок веры. Нет, ракал, Сашок. Да ёпта! Не взял его. Не сдвинул слегка, блин. Давай, тащи, иди на базу, давай, скорее. Окей, окей, окей. Только я без аптеки. Сбивай прицел шапку. Я умею, я ж смоковой. Все, давай, есть. Типа. Провожай. Под мост наш шел. Куда ты уехал? Сейчас они вернут, если не Не вернут, я дев, я всю эту отрезал. 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 Весь перехват ихний. На фабрике Хантер, обернись! Обернись! Чё там? Чё где там? Гром? Неужели поставил? О, взял. Круто. Ветеран взял, значит, можно доверять ему. Игрок умеет играть, я думаю. Он критован, ему одного шафта надо дать, и все. Я не понимаю, где наша... Наш перехват, я вообще в шоке. Да, бля, толкается конченый дебил просто. Нормально, 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 нормально. Там две Изиды плюс смока на ДАДД, я не знаю, что тут делать. Он в городе. Вижу. Ушел вообще налегке, я просто был поражен этим уходом и даже не могу предположить, как так возможно было им офигенно уйти, ё-моё. Ну все надо. Вот именно. ДДшку оставь на центре. ДДшку оставь на центре! Козёл. Ладно, ДДшку, у меня моя своя будет. Они в левом углу. Да. В городе? Да. Их тут до хрена. Я, возможно, да, верну. Тащи, да-да-да. Он битый. Он кушал аптечку, по-моему. Я верну. Давай, отлично. Тут Изида. Фух, да. Я верну. Все отлично. Ставьте. Быстрее. Ну, пацаны, пацанчики, ставьте, всё, ставьте, ставим. Ставьте. Отлично, следующий везите. Следующий. Можно вытащить. Сейчас. Вообще с нуля почти тащим. Я на фабрике рез. Нравится мне эта битва, очень нравится. Как я тебя пригласил? Смотри, пригласил тебя, чтобы позвать тебя в ТС. Так нашли мы еще и чемпиона, плюс ветерана. Плюс еще битву, которую можно затащить. Если бы я не предложил, ты бы не зашел сюда. Ну да. Го-го-го-го-го. Я встречаю под мост. Главное, прыгните. Ладно, фиг с вами, сами попытаюсь. Манать мы тут залетели к ним. А я сейчас в шоке. Держи базу. Саня, сейчас базу держи. Я буду держать базу, меня вынесли, к сожалению. Йоу, он прыгнул под мост. На базе нормально, везите, я удефлю. Давай, давай. Задефлю, точнее. Я даже встретить могу. Твою мать, как они вернули? Я не успел. Все, надо кому-то атаковать, я на дешке их разношу из того. Нормально, нормально, они не увезут, нифига они не могут сделать, я дефлю. Просто смока, обожаю эту пушку, ребята, смока это божественная. Хренатень, которая реально тебя выручает во всех непростых ситуациях. Атакуйте. 4 флага надо увести за 10 минут. О, у них минус. Нормально, оставлю там.
Май, куда ты поехал? На центр нас, быстрей, помогай. Встречай. Я центр держу, я удержал, чуть-чуть удержал, смотри, я подержал. Ставите? Не, надо налево срочно, а там биты. Ну, нет, раки. Подхватите. Фу. Фу. Нет, какой фу, он дим. Даже занарить не может. Нормально, главное поставили. Го-го-го-го-го, еще можно. Сейчас, я дефлю, нормально, все отлично. Не возьмут. Даже этот гром. Прыгает. Висел, я не знаю, где он. Он прыгнул. Да, фриз критованный, отлично, вынесли. У нас на флаге один. Вынесли. Сейчас вынесу. Все отлично, вынес. Ставь. Кросс. Okay. У нас трое. Два флага. 9 минут. Отлично, вообще можно, можно все сделать это. Можно вынести, можно, можно только выиграть. У меня аптечки нет. Куда ты? Ясно. На фабрику. Аптечки нет. А у Микада? Есть, но он использовал. Сейчас фреза вынесу. Под мостом он везет. Го-го-го-го-го, я дефлю. Вынес. Кемперка чисто. У стреляю. Нас в тылах за забором. Да? Он в минусе, он лежит в минусе. В яме. Писец. А это вообще печально. Вернется через 30 секунд. Писец, за эти 30 секунд нам нужно дефить. Дефим. А, стри еще 9 минут. Ну вообще тащим. Ну 9 минут, да, можно затащить. Кстати, а сколько мы уже пишем, если так по времени судить? Побольше сделаем выпуск. Ну мы уже пишем 6 флагов. Как тебе определение? Нормально, мне нравится такое определение. Фига я настрелял 22. Убитых, уничтоженных мною человека. Да не мясо уже, они просто мясо. Они понимают о том, что трудновато им будет здесь что-либо сделать, потому что мясом были мы поначалу. Ну это, конечно. Когда у нас команда была не собранная, а сейчас они уже мясо. Было 4 свободных места, когда мы сошли. А, ну тем более, тут полкоманды не было, и они таскали флаги. Uh-huh. Ребята, ну я понимаю, это... А надо было наказывать, мы их наказали, и поэтому не нужно говорить, что мы типа там раки и все такое. Битвы на равных идут. Просто какая-то команда тащит, а какая-то команда таскает в меньшинстве, в большинстве, точнее, когда вражеская команда в меньшинстве находится. Город весь заминирован. Я не знаю, зачем они это делают, но дурацкий поступок для их не, а для их команды я не понимаю. Они весь город хорошо заминировали. По мосту можно заходить вообще свободно на изи. Они в городе стоят, что-то там хотят сделать. Хорошо. Так, так, так. Жигу, жигу надо вынести. Нормально, деф сильный у нас. Деф чисто. Я один стою и вообще все дефлю. Мне ничего не могут сделать. А почему? А потому что я смоковод. Что никто не атакует. Да ладно, ты чё, а? А чё ты? Ты считаешь дроп? Я? Ладно, кого я спрашиваю? Дроп? Ну, считай, когда там он 2 минуты выпадает, по идее. Все верно ж? Ну так считай. Зачем? Я громом сбиваю по себе. Ах ты козел, вздыхай. Ух ты, возврат, возврат, давай, возврат, тащи, я ухожу на фабрику. Мост. Давай, на фабрике встречай. Под мост, перебираюсь под мост. Нахрена? Потому что тут никого нету. Я сзади. Ты на изиде, что ли? Нет, я сзади на рельс. Ой, я блокирую фреза, давай, есть. Сейчас надо грома завалить. Еще одна выпукла. А, блин, выпукла, что за слово такое я придумал? Одна мне потока. Нужна изида. Ты не уедешь? Из-за меня. Оставь Димана, хватит. Там где ты? А что, ты на изиде? Отлично. Вообще разбираю по изи тут всех. У меня дроп вообще отлично сейчас работает. Если ДАшки нету, то ДДшка есть. Если ДДшки нету, то ДАшка есть. Да, ты хорошо дроп проделали сейчас. Меня сейчас шафт. Стреляй, зараза. Стреляй, скотина. А, мы уже тащим, смотри, диван. Да, я знаю. Диван.
сам ты диван. Я на втором месте, а ты как на каком-то последнем там нетачерском месте. Это разве хорошо? А? Я атакер. Игрок старой серии клана Армада. Про серии пока что. Уже старой серии. Второй раз уже вы туда попадаете. Нет, еще чего. Какие у вас планы на стар серии? Слив. Слив стар серии? Ну это как обычно. Жига. Все отлично. Блин, что ты мешаешься? Да я не мешаюсь, они мешаются. Да что ты творишь? Пусть фриз вас уберет. Отлично, он минус. Вниз не прыгай, да дурак что ли? Ты вы все за ним, красавчики. Я держу. Я держу всех. Вон, допустим, Жигу вынес, Изиду вынес. Гром на разломе летит. Я его тоже сейчас вынесу. Все отлично. Я на фабрике. На фабрике, говоришь? Я с города захожу, готов в атаку. С тобой помочь. Да ё-моё, что ты творишь? Ролекс. Так, пусть на вас отвлекается. Офигеть, меня же спалили за пару секунд. Уходи, уходи на фабрику, бегом. Это, ребята, всё, называется тактика... помешай и... Тактика, ну тактика. Нет, наоборот, тактика называется... Приди, помешай, отвлеки, я сзади, увези. Я сзади, убери. Давай. Наш тоже ушел. Я сзади, убери Изиду. Где? Сзади, рак. Она минус. Да, все, их двое минуса. Два минуса у них вообще. Как-то не по скиллу с их не стороны было. Мы сейчас вернем. Держись, братан. Братан, братишка. Когда же вы вернете? Сейчас попытаюсь. У них там две Изиды. Ой, Изиды. Одно вынес. Второй вынес. Тут их шафт! Тут шафт стоит. Вернем сейчас. Все отлично. Давай, возвращай Микадо. Ставь. Кросс. Файр. Ты ставишь? Отлично, кросс. Я за следующим поехал. 8-11. 8-11. Это что говорит нам? А это говорит о том, что наша команда тащит. А вражеская команда, как только она стала, ну, как говорится, равные составы, она перестала тащить. И от этого делаем вывод. Не нужно тащить, когда вас большинство. Все верно? Угу. Спасибо за поучительный урок. Так, мы уходим на мост. Пытаюсь. О, потерял. Капец. Я не успел подхватить. Нас такое два. Фриз на двойные. Я не нас такое, ты говоришь, да? Я сейчас помогу. Уходит? Куда уйдет? Сань. Ну, пока что их там трое. Все отлично, они никуда не уйдет. Вообще никуда не уйдет, потому что мы тут по жесткому дефи. Они даже со своей базы не вылазят. Они респятся, и мы сливаем. Рома убить! Отлично убил до аптеки. Просто как надо. По скиллу. Они посыпались. Они выходят уже. Видишь? Как он меня убил? Фризом 4, походу, ребята. Я вот говорю вам. Ты, кстати, вот, давай, пошел. Ты на рикошета переоделся, что ли? Нет, я на рисе, но меня дамажит. Плохо, сильно, короче. Блин, я не успел, прости, братан. Братишка. Даже меня встретит. Тебя не встретят сегодня. Ты должен сам все делать. Абсолютно сам. Даха. Все, я мать, ДДшку забрали. На мост надо. На мост уходит? Хорошо, сейчас помогу. 10 тысяч. Фонд 10 тысяч. Нормально. Один голд. Побольше, это... чем на сегодня ограбили наш тебя. Это что такое? Вот как это назвать? А? Ты мне подскажешь что? Сегодня? Как назвать то, что за 10 тысяч упал один гол? На такой мега эпичной карте, когда все ты, надо. Это ты думаешь, что упал под потенку? Он до нас еще упал. Не падал он до нас. Я уверен в том, что он не падал. Мы зашли, когда было тут 2к.
И что? И я говорю, что его не было, я так думаю. Ты судишь по фонду? Конечно. Тебе рассказать, как падают голды? Что каждый, я знаю, что рандомно, это... но я же Ванга, я все предсказываю и понимаю, и вижу, что было. Не... Давай визирок. Ты на Хорнете, что ли? А, на Викинге до сих пор. Боже мой. А что, ты переоделся? Нет, я также на Викинга. О, Смоки был, меня убили. Судим по ОБ. 2-10. Ты видал, 2-10 на смоке иметь. Это что-то. И ты, кстати, поднялся нехило, да? Два флага вез. Подсосник. Да? Шафтов до хрена теперь стало. Так они не тащат все равно. Да, но мы теперь не тащим. А, ну и конечно, что нерфили, тащим, что не нерфили, все равно не тащат. 4 секундочки, дорогие подписчики. 855 кристаллов. Офигеть, нормально. 521. Ну, оттащили мы парану. На хард пойдет кристаллов. Так, давай, короче, до 500, я думаю, упадет голд. Или ты как думаешь? Ну, должно стать. Не думаю. Ну, давай, хотя бы один флаг привезем. Го, поехали. Я с города, ты где? Помоги мне. Я тоже. Надо дроп дождаться. Да не будет дропа, я думаю, тут. Или будет, сколько знает. Может будет, а может не будет, так валю. Я сзади. Блин, громы достали. Шелест надо тянуть, что ли? Не знаю. Чё ты флаг-то не взял? Я не могу, тут их двое, я их разбираю. Оставь. Добивай. Да ты её не добил. Ну ты ракан. Ну ты ракан. Наш флаг уходит по одному. Не а, на мосту даже. Сорян. Я ракал. Я знал, и все знают, все подписчики знают об этом, что да, ты ракал. Куда встречать? До первого флага. Все, они поставили. Ну вот, раз. Ладно, ребята, огромное спасибо за то, что так, вы не, посмотрели. Нет, давайте до первого флага нашего. Окей, гол. Поможешь мне сегодня? Да, 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 я на бугре. Да, смотри. Го. Грома вынес. Небо и зипку. Понизу. Вот эту снести. О, шафт! Уходи, уходи, я встречу на городе. Быстрее, 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 быстрее. Пошел, 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 пошел. Ты уйдешь? Да, я уйду на конкретно критую. Блять, ебать, шафт. Тихо. Пип-пип-пип, шафт. Я следующий заходил, помогай мне. О, а где он сидит-то, хоть я не понимаю. О, в кустах, зараза, скотина. В кустах, да. Да у них повыходили, смысла уже нету. Ладно, ребята, все, хватит, хватит, хватит уже и так же. 400. А ты помнишь Дениса? Денис, помнишь? О, Джанглик. Потом поговорим. Какого Дениса? Ауджен, да, я помню, конечно, он из нас сейчас, ну, молодец. А, вот он на громе. Привет, братан. Короче, ладно, ребята, все, спасибо за то, что вы посмотрели. Если вам понравилось, конечно же, лайкайте. Мы старались с Сашком, нашли такую замечательную битву, где мы затащили. И, конечно же, комментируйте, подписывайтесь на канал, паблик. Всем удачи, всем пока. Все, всем пока, ребят.